Антитеррористическая комиссия Славянского района предупреждает. Терроризм относится к особо тяжким преступлениям. За совершение террористического акта предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. За содействие террористической деятельности ждет до 15 лет тюрьмы. Призывы к осуществлению террористической деятельности наказываются лишением свободы до 5 лет. Уголовная ответственность наступает уже с 14 лет. Будьте благоразумны и бдительны. Только вместе можно побороть терроризм.